Выбираете фильтр для воды? Не можете разобраться, какой из них лучше? Проведем сравнительный тест. Возьмем обычный фильтр и фильтр Aquaphor и пропустим через них загрязненную воду. Результат поражает. Неужели фильтры настолько различны? Вы думаете, это фокус? Безусловно. Но в чем он? Выведем фокусников на чистую воду. Оказывается, фильтры отличаются не только дизайном. Главное в фильтре для воды – сам фильтрующий модуль. Фильтры не только работают по-разному, но и по-разному звучат. Не в этом ли секрет? Заглянем внутрь модуля. В обычном фильтре мы видим обычные гранулированные сорбенты, а в фильтре Aquaphor – сорбционную смесь, скрепленную специальным волокном Aqualen. При протекании через обычный модуль вода с легкостью раздвигает нескрепленные между собой частички сорбента и движется по образующимся каналам без должной очистки. В фильтре Aquaphor волокно удерживает гранулы, не давая им перемещаться и образовывать каналы. Результат – качественная очистка. Что же это за удивительное волокно Aqualen? Aqualen – это современный волокнистый, хелатный ионно-обменный материал. Использование его в фильтрах Aquaphor дает 4 важных эффекта – физический, химический, микробиологический, синергический. По сравнению с обычными гранулированными сорбентами, Aqualen имеет огромную площадь поверхности за счет уникальной геометрии материала, а следовательно и высокую скорость удаления примесей. Главное химическое оружие Aqualen – специальные хелатные комплексы. Название «хелатный» происходит от греческого «хелос» – «клешня». Эти химические клешни специально настроены так, чтобы захватывать и надежно удерживать тяжелые металлы. При этом селективность Aqualen по отношению к ним в 800 раз выше, чем к кальцию и магнию. Поэтому Aqualen распознает и избирательно поглощает тяжелые металлы при любой концентрации солей жесткости. Благодаря особым химическим свойствам Aqualen стал возможен оригинальный метод динамической фиксации серебра для усиления бактерицидного эффекта. Серебро внедрено в Aqualen в наиболее активной ионной форме. Это позволяет значительно увеличивать эффективность фильтра в борьбе с бактериями при общем снижении содержания серебра, что соответствует европейским санитарно-гигиеническим нормам. Но главное, что при объединении Aqualen с гранулированными сорбентами возникает синергический эффект, то есть у полученной сорбционной смеси появляются уникальные свойства, не присущие исходным компонентам. У обычных фильтров есть две проблемы. Во-первых, в них нельзя использовать мелкие сорбенты. Их сопротивление потоку воды слишком велико, и вода просто не потечет через фильтр. А во-вторых, когда ничем не скрепленные друг с другом частицы перемещаются под действием потока, образуется канал, через который вода протекает без должной очистки. В фильтрах Aquaphor гидрофильная сетка из волокон Aqualen обеспечивает равномерное распределение воды и низкое гидродинамическое сопротивление. Это позволяет использовать более мелкие сорбенты, что улучшает качество очистки. Кроме того, именно сочетание волокна Aqualen и гранул порошкообразного угля предотвращает возникновение канального эффекта. Волокна Aqualen, как корни в почве, надежно фиксируют гранулы, не позволяя им перемещаться. В результате очищаемая вода контактирует со всей площадью сорбента. Подведем итоги. Фильтры Aqualen – это отсутствие канальных эффектов, высокая скорость удаления примесей, эффективное удаление тяжелых металлов при любой концентрации солей жесткости, активное серебро в соответствии с требованиями европейских стандартов и, главное, кристально чистая вода.